А вот дополнительный отбор участников программы «Уземский учитель» уже стартовал. Каждый педагог, который готов работать в школах малых городов, сел и поселков области, может подать заявку до 10 августа и рассчитывать на единовременную выплату в 1 миллион рублей. В программе «Уземский учитель» может принять представитель не только другого субъекта Российской Федерации, но и Архангельской области. Главное условие, чтобы он работал в другом муниципальном образовании. И все они могут рассчитывать на выплату в 1 миллион рублей. Но самое главное, они будут работать в наших школах для наших детей, давать им те знания, которые нам необходимы. Программа реализуется в области уже второй год. По поручению президента набор идет в 16 муниципалитетах по иностранному языку, физике, истории, русскому языку и литературе. Проект призван решить кадровый вопрос в сфере образования. Первые его участники преподают в школах области.